И к другим темам. В формате видеоконференции торгово-промышленными палатами Узбекистана и Туркменистана проведено заседание Узбекско-Туркменского делового совета, который был создан в 2018 году в городе Ташкенте. И его деятельность направлена на углубление сотрудничества между бизнес-кругами двух стран. Узбекско-туркменский деловой совет – платформа для обсуждения и реализации потенциальных инвестиционных проектов в различных областях. Продвижение товарооборота между двумя странами. Отмечалось, открытый диалог между деловыми кругами позволит заложить основу и создать благоприятные условия для дальнейшего сотрудничества. Вопросы взаимодействия между Узбекистаном и Туркменистаном в сферах текстильной промышленности, транспорта, здравоохранения, фармацевтики, а также сельского хозяйства были в центре обсуждения участников встречи. Успешное партнерство уже дает свои результаты. И отражается в увеличении товарооборота между странами, который по итогам прошлого года составил 542 миллиона долларов, показав рост в размере 80%. Узбекистан сегодня входит в число ведущих партнеров Туркменистана в объем общего внешнего товарооборота за 8 месяцев нынешнего года. Узбекистан занимает 6-й. По данным Министерства финансов и экономики, Туркменистан по состоянию на сегодня за 8 месяцев нынешнего года, на 2020 год. Один инвестиционный проект с участием узбекских компаний сегодня в Туркменистане на сегодняшний день зарегистрировано порядка 12 предприятий различных форм собственности с участием узбекского капитала, включая товарищество, ограниченное ответственность, дочерние предприятия, представительства и филиалы. Туркменистан и Узбекистан сегодня в состоянии серьезно увеличить показатели товарооборота, диверсифицировать взаимные поставки. Нам необходимо наращивать взаимодействие в области торгово-экономического сотрудничества в соответствии с существующим у обоих государств мощным промышленным инфраструктурным потенциалом. В Узбекистане осуществляют деятельность 148 предприятий с участием туркменского капитала, 66 совместных и 88 со 100% вложением соседнего государства. Мы работаем сегодня не только в развитии двухсторонних отношений на уровне государственных структур, но и на глобальном уровне, и участие лидеров наших стран на 75-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, и площадке стран Содружества, Тюркского Совета, в котором активное участие принимает как Узбекистан, так и Туркменистан. Нужно сказать, что по всем основным, как политическим, так и экономическим вопросам у лидеров наших стран, у правительства практически единое мнение по всем вопросам внешнеполитической и внешнеэкономического направления. Если говорить о двухсторонних отношениях, то не так много стран могут похвастаться более чем полумиллиардным в долларовом эквиваленте оборотом в год. И думаю, что даже в условиях пандемии мы все равно сохранили уровень товарооборота, и мы имеем очень хороший паритет в экспортно-импортных операциях между нашими странами, а это говорит о том, что наши экономики Туркменистана и Узбекистана дополняют друг друга. На заседании делового совета приняли участие более 30 представителей бизнес-кругов двух стран. Для них это стало именно той площадкой, которая создаст условия для налаживания партнерских связей и нахождения новых контактов, а также решению конкретных проблем, возникающих в сфере делового взаимодействия.